Уважаемые дамы и господа, Ханты-Мансийск, Центр развития теннисного спорта, с 1 по 3 июня примет главный старт года в российском ММА. Чемпионат России среди мужчин и женщин. Больше 150 лучших спортсменов и спортсменок из всех федеральных округов сойдутся в клетке за пояс лучшего бойца ММА в России. Вас ждут бескомпромиссные поединки и принципиальные реванши самых лучших бойцов страны за право стать первым номером сборной России. Гость турнира – президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Не пропустите прямой эфир ВКонтакте и онлайн-кинотеатре «Окко». Приходите на арену, болейте за ребят. Будет жарко!